упражнение «Становая тяга» в стиле сумо. Это подразумевает широкую постановку ног, носки развернуты в стороны. Исходное положение – голень находится максимально близко к грифу. Мы выполняем подседание, при этом сохраняем прогиб в поясничном отделе, уводим таз назад и выполняем подъем вверх. При этом делается выдох. Штанга должна скользить по бедру. Тем самым мы правильно распределяем центр тяжести. Важный момент – колени всегда держать развернутыми, не допускать заворачивания колен вовнутрь. При подседании мы уводим таз назад, плечи не подаем вперед. Не забываем при отпускании выполнять вдох, при выпрямлении выдох.